В округе для жителей открыты точки сбора подписей в поддержку действующего президента Владимира Путина на выборах этого года. Одна из таких работает в Пушкино на улице Тургенева 1 в здании торгового дома «Пушкинский». Первыми свой гражданский долг пришли выполнить руководители общественных организаций, председатели общественной палаты и совета ветеранов округа. Любой гражданин, понимающий, что нужно развиваться, надо жить в это непростое время, должен быть здесь. Соответственно, я и здесь, как гражданин, как председатель общественной палаты, и понимаю, что каждый гражданин должен это же самое сделать для страны, и для народа, и для будущего. В такой день не могла не поддержать нашего президента и отдать свою подпись, поддержать его и поддержать нашу страну. Хотим верить в светлое будущее. Доверить больше, честно, некому, мы таких не знаем пока. И с нашими многодетными обязательно придем, поддержим нашего президента. Ну, во-первых, мой офицерский долг, долг председателя, поддержать верховного главнокомандующего, тем более и нашего президента, это святое, о чем мы буквально на днях говорили с ветеранами, что обязательно 100% участвовать на выборах. И годы показали, уже не одно десятилетие, что данный верховный и данный президент – это тот лидер, которого на сегодняшний день неким и ни с кем нельзя сравнить. Поэтому мы «за» и только «за», с большой буквой. Тому, кто хочет выразить свою гражданскую позицию, необходимо взять с собой паспорт. Важно, чтобы вы были прописаны именно в Московской области. На подписных листах нужно указать дату, фамилию, имя, отчество и поставить подпись. Заполнить подписные листы необходимо собственноручно. На точках сбора присутствуют волонтеры, которые вам помогут. Поддержать нашего президента можно в торговом центре «Гагарин» в Ивантеевке и в торговом доме «Пушкинский» в Пушкино. Пункты работают до 21 января с 11 до 15.00. Я считаю, что это тот человек, который выведет нашу страну на достойный уровень, чтобы мы не зависели от других государств, чтобы наша страна была сильная. И я считаю, что это гражданский долг каждого, кто уважает себя. Потому что в сложившейся ситуации мы должны держаться за умного, талантливого, здравомыслящего человека. Жители активно отдают свои голоса в поддержку Путина. Они понимают всю важность этого мероприятия, ну и нацелены на то, чтобы страна развивалась. Алина Рогожина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.